Совместное предприятие по производству пестицидов и гербицидов построят вблизи Петропавловска. Соглашение подписали бизнесмены на аграрном форуме в Астане. Стоимость проекта – 100 миллионов долларов. Всего же предприниматели Казахстана и Китая подписали 7 документов на 160 миллионов долларов. В рамках агроинвестиционного форума подписан ряд важных соглашений, считаем. В частности, национальная компания «Продкорпорация» подписала своими партнерами с китайской стороны по поставке 100 тысяч тонн масла семян и 200 тысяч тонн пшеницы. Помимо этого, подписано сегодня соглашение о строительстве в Казахстане с китайской компанией завода по производству пестицидов, гербицидов на сумму примерно 100 миллионов долларов. Кроме того, мы подписали соглашение между двумя министерствами по созданию экспериментального агропарка, где будут изучаться передовые агротехнологии.